На Украине запрещен доступ к популярным соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте» и к сервису Mail.ru. Под ограничение попал и Яндекс, отделение которого расположено и в российской, и в украинской столицах, а также разработчики антивирусных программ «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб». Кроме того, продлены ограничения для ряда телеканалов. А к числу авиаперевозчиков, которым полностью или частично запрещено летать, как сказано, по территории Украины, добавилась компания «Ютейр». В отношении большинства фигурантов списка санкции вводятся сроком на 3 года. Они